Коэффициент смертности в Казахстане достиг самого высокого значения с 2009 года. После долгих лет понижения в 2019 году возобновил рост, составив в прошлом году уже 9,61 на 1000 человек. Худшие показатели наблюдаются в Североказахстанской области – 15,58 на 1000 человек. Следом идет Костанайская и Восточно-Казахстанская области. Умирают при этом больше всего в городах. Заметный рост показывает и младенческая смертность. Ее общий коэффициент составил 8,44 на 1000 родившихся. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Наименьший же показатель общего коэффициента смертности в прошлом году зафиксировали в столице. Следом идут Мангистауская, Туркестанская и Кызылординская области.